ты чего здесь делаешь? Удрал от матери, что ли? А ну-ка, иди домой. Иди домой, тебе говорят. Замерзнешь ведь. Удрал? Потерялся, что? Или что? Бросили? Ну, а что я с тобой буду делать? Что делать? Господи, ну иди сюда. Иди сюда. Не дрожи, не дрожи. Ну, не дрожи, сказал. Не брошу я тебя. Не брошу, не бойся. Ну, иди. Ну, а что делать? Иди сюда, иди. Иди, сейчас теплее будет. Вот так. Вот так. Только не будет у тебя спокойной жизни со мной. Ну, не дрожи, не дрожи, сказал. Сейчас домой придем. Лопатина не видели? Нет, не видела. Не знаете, где Лопатина? У себя, наверное. Там вагончик. Что это у вас такое? Что? Вот это вот. Тут, где? Вот это. Господи, вечно вы со своими дурацкими шутками. Господин Лопатин, вас просит к себе директор. Закончу, приду. Хорошо. Чего это ему понадобилось? Дядюшка, а может ему бант привязать? Ну, не стоит. Он ведь у нас все-таки мужчина. Я думаю, надо его причесать, чтобы попышнее был. Хорошо, дядюшка. Я сейчас. Миленький ты мой. О, Генриетта, Антонио, какие у вас новые костюмы, лучше прежних. Вам нравится, правда? Como está, caro mio? Да дела-то идут, да вот директор вызывает. Не к добру, как всегда. Сердце не беспокоит? Спасибо, все хорошо, стучит пока. Вы придете на наш номер? Обязательно приду. Не опаздывайте. Нет. Вы нам приносите Буду удачу. Вовремя. Добрый вечер, друзья. Ух ты, хороший. Добрый вечер. Принеси, Господи. Но, к сожалению, мои сыновья не хотят заниматься моей профессией. Ах, вот и он. Позвольте представить, господин Лопатин. Браво, браво, браво. Любезный Никита Йонович, вот господин Карпов передает пожелание от генерал-губернатора быть у него завтра в дом на день рождения его детишек. Четырем часам с вашим пуделем. С развлечением. Покорнейше благодарю, господин Карпов, но... Простите, не привык. Не привыкли к чему-с? Простите, как вас? Лопатин.
Однако, какая у вас фамилия хорошая. А нынешние времена? Где же еще хорошей фамилии быть, как не в цирке? Господин Лопатин. Клоун Лопатин. А вас как клоуны и приглашают. На эти роли никак не гожусь. Я ведь клоун, а не шут домашний. Вы что, с ума сошли? Вы знаете, кто он такой? Идите немедленно, быстро извинитесь. О, май год. Какая дерзость. Он что, всегда ах, такой? Ах, Герр Карпов. Публика его любит и приходится терпеть. Но... вы не беспокойтесь. Я сам лично буду давать представление для детишек. Благодарю вас. Выступают воздушные гимнасты Генриетта и Антонио Батисто. Небось, опять у директора были. Браво, Генриетта, браво! Вы сегодня были особенно прекрасны. Вам понравилось? Очень. Просто замечательно. Спасибо вам. Что с ним? Никита Иванович, вам плохо, да? Да нет, пустяки. Доктор, надо опять нет, не... Иван! Друзья мои, идите на манеж, я умоляю. Какой успех, вы слышите, что творится? Надо что-то... Я поздравляю тебя, Никита. Никита, сходите к директору и скажите. Надо вызвать доктора. Не надо доктора, что он не может сегодня выступать. Мы отработаем. Конечно, никаких выступлений, слышите? Конечно. Никита Иванович, пойдем. Как вы могли это сделать? Черт вас побирай! Напоить потную лошадь! Я буду ходить на мировой судья. Он будет присудить мне с вас 300 рублей штраф. Господин директор. Чего вы хотите? Распорядитесь отложить сегодня номер Лопатина. Ему ужасно не здоровится. Ни за что. Он отработает 2-3 воскресных выступления для детей. 100 рублей неустойка. Господин директор, это... Черт побери! Я сам знаю, что я господин. И что я директор. Вы сами устраиваете свои дела. Мое дело контракт, а ваше дело работа. Или неустойка. Человек же болен. Черт побери! У меня погибает фитиница. Лучшая лошадь парфорской езды. Коню, сволочь, швайни. А пои лучшую лошадь, а вы позволяете себе разные глупости. Все отделение отдано Лопатину. Публика устроит мне айнгроссер скандал, если я отменяю номер. Весь номер построен на Лопатине. Публика
разломить весь мой цирк на маленькие кусочки. Я не хочу слушать никакие разные глупости. Я ничего не хочу слушать. Ничего, ну, ничего, как же так? Ничего. Почему так долго клоун не выходит? Что-нибудь случилось? Может быть, номер заменяют? Я так хотела, чтобы Коля Лопатина увидел. Ну, почему же его должны заменить? Сейчас выйдет. Где Лопатин? Нет. Что случилось? Где Лопатин? Ну, сейчас, сейчас. Тогда объявляйте номер, мадам Дюваль. Ну, никакой противоречия, мадам Дюваль, я приказываю. Анна Ильична, вы готовы? Да, готова. Идет Лопатин, идет! О, майн год, он меня с ума сведет. Объявляй. Любимец публики Никита Лопатин! А вот и я! Здравствуйте, уважаемая публика! Чуть не опоздал! Да, вы опоздали. Почему в шляпе? Ах, снимите вашу шляпу. Я опоздал. Да у меня самые точные в мире часы. Павел Буре с чугунным механизмом. И они ходят. Еще как ходят. Ну-ка, ну-ка, покажите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая беда. Что это такое? Уберите ваш мусор. Это мусор? Да, это мусор. Да, это мусор. Но это музыкальный мусор. Маэстро! Сейчас мой старый друг Арто! А я-то думаю, куда он делся? Ты чего расселся, как барин в первом ряду? Ты же умный пес. А он у вас послушный? Очень, очень. Вот я, например, ему говорю: Арто, ты ко мне идешь или не идешь? И он ко мне идет. Или не идет. А что он умеет делать? Он? Господи, да что угодно. Ко мне, Арто. Ко мне. Оп-ля. Прыгай. Что, ниже? Еще? Вот так? Ах, ты жулик. Ах, хитрец. Ну, иди ко мне. Иди. Молодец. Нате, на. Молодец, Арто. Приятного аппетита! Ты поел, и мне пора поесть. Прошу к столу. Мерси, месье. Ла-л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 а. Нет, дружок, это моя еда. А ну-ка иди сюда. Иди домой. Иди. Вот так вот сиди. Молодец. Спрашивает какая-то дама. Меня? Да. Дама? Ла-л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 а
дама. Знаете что? Там никакой дамы нет. Извините. Так, кто съел мой обед? Это вы съели мой обед? Я не ел ваш обед. А почему вы так похудели? Ну, я попрошу. Хорошо, что у меня еще есть. Приятного аппетита. А вас опять кто-то спрашивает. Опять там? Да. Ну, смотрите. Прошу. Вас опять кто-то спрашивает. А? Обманываешь, чтобы съесть мой обед? Я сейчас тебя за... Попался! А еще рук называется. Как тебе не стыдно, жулик? Я тебе верю, а ты обманываешь. Знаешь что? За предательство приговаривается к смертной казни. Ли! Вот так будет сказано. Артош, ты что, умер? Я же пошутил, Артошенька! Жив! За мной! Жив! Ну что, полегче? Как сердце? Спасибо. Хорошо. Молодец, Артоша. Умница. Сидит? 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 Все хорошо. Молодец. Ты куда? Стой. Что это вы все считаете? Пальцы свои считаю. Завтра иду в университет высшую математику сдавать. А вы не знаете, сколько у вас пальцев? А вы знаете? Странный вопрос. Конечно, знаю. Сколько? 10. Да? Да. А давайте посчитаем. Давайте. 10, 9, 8, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 и 6, 11. А знаете, кто все это придумал? Кто? Новый кабинет министров. Не успели сесть на свои места, как сразу народу по целому пальцу прибавили. А зачем? Вот и я говорю, зачем? Вы лучше бы народу хлеба прибавили. Браво, Лопатин! Голодных было бы меньше. Может, я не прав? Herr Stallmeister. Ну что вы стоите и смотрите? Этот номер нет программ прекратить. На момент! Слушаюсь. Опять это ваша глупая философия. Вне программы. Вы мне будете платить за потерянное время, а у меня больше сил нет. Слушайте, оставьте вы меня в покое. О, май Год. О, май Год. Подними рубашку. Повыше. Не дыши. Никакая это не простуда, это все та же гипертрофия сердечная. Сколько я тебе раз говорил? Строжайший режим. И главное, ну что ты смотришь на меня невинными глазами, сам знаешь. Ну зачем ты это самое, министров поддел? Или вот эта реприза с монетой, дурака валял. Что ты хочешь? Весь мир перевернуть, что ли, вверх тормашками? Ну, чего ты хоть раз добился? Только за сердце свое хватаешься. Ай, вообще. Это цирк, пойми ты.
цирк. Ах, вот что. Цирк. Да. Да, цирк. Не будешь... Цирк. Я не хочу умириться. И не мотай, пожалуйста, головой. И ты, и я. И все мы не можем потворствовать тому, что творится вокруг. Да не бушуй. Я не могу иначе. Аут вием, эн вением, аут фацием. Или найду свой путь, или проложу его сам. Оттого-то и гипертрофия, батенька. Кто это там играет? Сережка, племяш мой. Понимаешь, у него мать 2 года тому назад умерла. Отца на японской убили. Остался один. Да ты его знаешь, он всегда со мной в цирке. Клоуном будет? Хотелось бы, но там видно будет. Пока на скрипке учится играть. Толк, по-моему, из него выйдет. Хотя мне и дорого это стоит. Ну вот и стимул тебе, батенька, не бунтовать, не бузить. А то прогонят... Конец учению. Не так-то просто Геру директору от меня избавиться. Да и публика меня любит. Но на публику-то не надейся. Она забывчива и ненадежна. Не мне тебе говорить. А, это что еще такое? А, Артоша какой ты стал. Большой, красивый. Здравствуйте, господин Лукавицкий. Здравствуй, Сережа. Какой чудесный пес-то. Да. И что же, он тебя слушается? Слушается. Ходить покажу? Покажи. Артоша, за мной. Артоша. Ко мне. Сидеть, сидеть, сидеть. О. Сколько человек в комнате? Сколько человек в комнате? Отвечай. А сколько собак? Молодец, браво. Молодец. Чудесный пес. Он еще танцевать умеет. Да? Ну, не может быть. Показать? Вальс. Вальс. Ран та дан та дан тан тан. Браво! Та-дан-тан-дан. Браво, Артоша, молодец, чудесный пёс. От судьба. Не приютили бы вы его, что бы с ним стало? Не говори, что за люди. Мерзость какая. Поиграет, как плюшевая игрушка, а потом выбросит. Ой, у меня опять голова кружится. Лопатин вышел. А как он сегодня? Ты спрашивал? Еще не отошел после сердечного приступа. Ужасно неприятно. Да. А как Герд, директор? Опять пошел за кулисы? Да, он решил пугать Лопатина своим присутствием. Вчера он опять его не пустил на поклон. Весь скрючился и приказал Шпреху. Алис! Идет, Артоша, пошел. Что? Что ты хочешь мне сказать, а? А-а-а! Ты хочешь, чтобы мы показали с тобой нашу новую шутку? Ну что ж, покажем. Итак, министры делают царю доклад. А что интересует их, Арто, а? Ты же умница, ты же знаешь. Молодец. Молодец. А интересует их оклад. Вы только вникните в смысл того, что он несет. Он остроумен, нет слов, но он опасен. У них не жизнь, просто клад. Дела идут у них на лад. Правильно, Артоша, правильно. А для народа... А для народа... Сущий ад. Извините меня, но я должен выразить протест директору этого заведения. Все. Все, все, все. Алис, представление конец. Идите и объявляйте следующий номер. Идите, пожалуйста. Подождите, подождите. Меня еще публика вызывает. Надеюсь, вы слышите. О, май гад. Только не портреты.
пошел сегодня по базару и купил портретов пару. Кто такие? Отцы, наши славные отцы, царь-батюшка и губернатор. Держи. Спектакли в вашем цирке в последнее время стали походить на маевки. Буду делать. Я предупреждаю вас о недопустимости подобного рода манифестаций. Этот номер нет в программе. Я ничего не знал об этом. Поверьте мне, он сам позволяет себе и... А губернатора поставить вот. Где? Сам. Неужели вы, директор цирка, не можете справиться со своими артистами? Да-да-да. Я прошу вас принять меры. Я волен? И его дрессированные лошади. Господин Лопатин, это возмутительно. Вы делаете мой цирк смута и мятеж. Смута и мятеж. Послушайте, прошу вас, оставьте вы меня в покое. О нет, я так не оставлю. Арес! Убрать этот номер из программ. Убрать, ань, момент. Мне не надо такой артист. Смилуйтесь, господин директор. Нет. Это прекрасный артист. Нет. Он болен, сердце. А мне не интересно слушать, он болен или не болен. А если болен, пусть идет торговать пиво. Я пивом. Это очень хороший профит, между прочим. Что? Вы предлагаете мне торговать пивом? Да. Я буду пивом торговать? Ничтожество. Я, влюбленный в цирк, в искусство, буду торговать пивом. Никита Иванович. Да что вы, господин директор, и вся ваша братья, значит, вот без нас, без артистов, вы сами будете пивом торговать. Что? Господа. Вы мне отвратите. Я уйду. Я уйду из цирка. Навсегда. Сегодня, сейчас. Сию минут! Гуд! Вы еще мне будете платить за содержание собак и за реквизит? Ни шага из цирка моего без оплаты! Вы слышите? Кайный шаг из цирка без оплаты! Кайный шаг! Кайный шаг! Вы слышите? Кайный шаг! Уйду. Раз и навсегда. И потом в Феодосии у меня сестра живет. Муж ее рыбак. А я рыбу ловлю, как колдун. Так сколько пальцев, Игорь Константинович? 11. Не сможете вы без цирка, Никита Иванович. Не сможете. Вся ваша жизнь прошла в нем. Горячая его голова. Понимаете, Антон Антонович, в жизни человека наступает такой период, не то усталость, не то пресыщение, что ли. От дела, которому отдал всю жизнь. Может, это от старости, а? И тогда надо уходить. Уходить, пока не поздно. Надо. Не уговаривайте меня, друзья. Возвращайтесь.
И спасибо вам за все. За дружбу, за ласку. Счастливо. Прощайте. Злодей директор до нитки не обобрал, мы бы с тобой до Феодосии с ветерком, а так видишь. Дедушка, а если морем? Морем? На какие деньги? Догоняй, Артошка, ну!
Зачем это тебе, дедушка? Эх, зарок, зароком, а я вот что решил, друзья мои. Идти нам еще, пожалуй, дня три, а в кармане всего только рубль. Знаешь что? Мы ведь артисты. Тряхнем-ка стариной. Дадим представление, заработаем деньги. А? Как ты думаешь, Сережа? Это как же это? Милостыню, что ли, будем просить? Ну, какая же это милостыня? На-ка, надень рубашечку чистую. Мы ведь работать будем. Ты, например, сальто умеешь крутить. Я сыграю на твоей скрипке. Артошка танцевать будет. А? Ну-ка. Я согласен. Дядюшка, далеко еще? Не знаю, не должно быть. Смотри-ка. Ух ты. Пошли. Артош, вперед. Вперед. Вот это дачка. Красивая. А знаешь, пожалуй, здесь и начнем. А пустят нас? Ну, постараемся. На этой даче господа живут богатые. Будь уверен, я не ошибусь. А если выгонят? Попробуем. Давай. Пошли. Дрожишь от страха? Дрожу, дядюшка. Дай-ка я скрипку возьму. Ну, вперед! Артоша, ты что? Артоша, вперед! Уважаемая публика! Позвольте обратить ваше благосклонное внимание. А кто ты пришел? Слушай, а? Тихо, 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 тихо. У меня голова болит. Не могу, тихо, мадам, голова болит. Очаровательная мадам. Какой очаровательный? Слушай, там муж спит. Вчера у меня гости были, с утра у меня голова болит, разламывается. Тихо, с миром тоже возьми и уходи, уходи. Ну. Мадам. Все, возьми и уходи. Я тебя очень прошу, уходи. Глухо смитарели. Пойдем, брат, отсюда. Арто, ты куда? Назад. Бай оставаться! Инж халока не бай! Это кто такой, слушай? Это кто такой? Ой, это твой собак, слушай, какой умный, какой умный! Мадам, а мы можем еще? Слушай, хватит, ну! Бай! Бай оставаться! Халока шуне цаватанем! Инж халок шуне цаватанем! Какой умный собак, что ты шляпа принес? Да спасибо цаватанем! Спасибо цаватанем! Ты подожди, я сейчас приду. Ты подожди, я сейчас приду, приду. Я сейчас приду, цаватанем, тебе что-то принесу. Подожди. Вот увидишь, по-моему, не меньше рубля будет. Хелло, кашуне, цаватанем, посмотри, кушай на здоровье. Иди, иди, кушай на здоровье. На, на, кушай, кушай, цаватанем. Инч хелло, кашуне, цаватанем. Бай. Голова совсем не болит. Не болит. Совсем прошла. Вай глухо щицавум. Баларабинанца. Да. Дедушка. Ну, что поделаешь, дружок? У этой женщины, видать, снега зимой не выпросишь. Не горюй. Пошли.
Ах, Артоша, какой же ты смешной. С чего это ты вдруг, а? Ну, ничего. По крайней мере, один из нас сыт. Только, Артошка, знаешь, если в следующий раз цыганить собираешься, ты для всех старайся. А то как-то неудобно получается. Дядюшка, целый рубль мы с тобой заработали. Теперь до Феодосии с ветерком. Ты агарок. Пошли. Артошка, далеко не убегай. Уходи! Сереженька, нам направо. Счастливого пути. Арто! Арто, ну оставь песника в покое. Иди сюда. Доброго здоровья. Подождите-ка, малость, друзья. Здесь никак люди шевелятся. Дача, дружба. Иди смелей, Сережа. Иди, иди. Вперед, Арто. Дружба — хорошее слово. Весь день у нас как заколодило. Здесь мы заработаем. Носом чую, как охотничий пес. Одевайся, Сережа. Ах, ангел мой. Одну ложечку, одну. Такой сам всякого выпарит. Просто блажной мальчишка. Больной, значит? Хорош больной. А вот ты где, Трилли? Ангел мой, я умоляю. Не буду пить лекарства, но пойми лекарства. Мама просит. Тебя умоляет. Лекарства не буду. И головка пройдет, и живой. Ну, спрашивать мне, что ли вас, Трилли? Трилли, Трилли. Ну, хочешь живого ослика? Живого ослика, лошадку. Не хочу, лошадку. Лошадку, Трилли. Ну, хочешь, мама станет перед тобой на коленях? Смотри. Вот мама перед тобой на коленях. Хочешь, я подарю тебе золотой? Два золотых, пять золотых. Не хочу пять золотых. Ну, сколько можно испытывать наше терпение, в конце концов? Доктор, ну, сделайте же что-нибудь. Трилли, ну, будьте мужчиной. Не хочу, не буду. Начнем, Сережа. Уважаемые дамы и господа, дозвольте нам, артистам... А это еще кто? Боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли. Да прогоните же их! Простите, мадам, но... И эта грязная собака с ними. Да-да. Собак всегда такие ужасные. Я же вам сказал. Что вы стоите, вот. Монумент? Да прогоните же их! Уходите отсюда, сейчас! Порфирий, Порфирий! Что, изволите? Гоните их отсюда! Что это вы тут безобразием занимаетесь, а? Кто велел? Как прошли? А ну, марш отсюда, марш! Мы же для вас старались. Ничего не знаю, велено прогнать. Пойдем. Идите. Марш. Хочу собаку! Идите. Хочу собаку! Мама, хочу собаку! Ну, Трилли, ах, боже мой! Ну. Трилли, ах, доброте же их! Ну, какие вы бестолковые! Порфирий, ну что ты стоишь? Верни их сейчас же! Эй, вы! Как вас? Эй, вы! Музыканты, заворачивай глобли. Посенеша, господа просят. Давай, 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 давай. Ну и дела. Быстрее, 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 быстрее. Давай.
Вы знаете, уважаемая публика, что наш Арто замечательный математик. Арто, а сколько здесь мальчиков? Браво! Два мальчика! Сереженька, коврик. Браво, браво. Хочу собаку! Моя собака, моя! Заберите его! Моя собака! Ты трогай меня! Боже мой, моя собака! Мадам, ну... Это Грета собака! Арто, успокойся! Ко мне! Успокойся, ко мне! Боже мой, ангел мой, не расстраивай себя. Не расстраивайся, моя прелесть. Ты хочешь погладить эту собаку сейчас? Сейчас моя радость, доктор. Ну, как вы думаете, можно Трилли погладить эту собаку? Вообще-то говоря, я бы не советовал бы. Ну, конечно, при должной дезинфекции, борной кислотой или карболкой, то... Ах, сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, значит, вы полагаете, если мы прикажем вымыть ее борной кислотой, то тогда... Ну, если прикажете вымыть борной кислотой, то... Да, ну, музыкант. Да, мадам. Скажите, эта собака, она у вас не больная? Но я хочу спросить, она не бешеная? Простите. Ну, послушайте, как вас. Подойдите сюда. Поближе. Сколько вы хотите, музыкант? Но я вас спрашиваю. Сколько будет угодно вашей милости, нам всякое подаяние благо. Я прошу вас, успокойтесь, я умоляю вас. Мисс, дайте Трилли воды. Я вас спрашиваю русским языком. За сколько вы хотите продать вашу собаку? Мы собаками не торгуем, барышня. Ах, боже мой, где мой мигрень? Успокойся. Может быть, ваша собака стоит 100 рублей? Может быть, 200? Может, 300? Боже мой. Да отвечайте же, стукан. Послушай. Доктор, вы скажите ему же что-нибудь ради бога. Любезнейший, я бы на твоем месте не ломался. Ты подумай, сколько тебе дают. 300 рублей. А ты знаешь, сколько твоя собака стоит? 10 рублей, да еще вместе с тобой в придачу. Покорнейше благодарю, барин. Только... Пошли, Сереженька. Вперед, Артур. Постыдились бы побираться, и мальчика еще портите. Дворник, дворник, гоните, гоните отсюда. Подряне, дураки, сердце. Это моя собака, моя собака, моя. Шляете здесь, лабардинцы. Да что ж ты... Моли бога, что по шее не заработал. Да что ж ты так лаешься-то, любезный? Ну ладно, иди, иди, иди. В другой раз придете, так и знай, стесняться не стану. Намну загривок и отправлю господину уряднику. Давай. Брысь, шантропа, бродяга несчастный. Ну и проваливай. Да. Артошка? Обмешурились мы, брат, с тобой. И надо же, откуда он такой стервец взялся, а? 25 человек вокруг него прыгают, а он... Стой! 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 Никак за Артошкой. Да-да, беги, беги. Стой! Запыхался. Я и догнал. Вот думаю, уйдет и конец. Ты о чем? О чем, о чем? Сам, что ли, не знаешь, о чем? Веришь ли, никакого сладу нет с панычом. Ревет, как теля. Продай да продай собаку. Вот барыня и послала. Купи, говорит, чего бы это не стоило. Очень глупо это со стороны твоей барыни. Для тебя она может быть и барыня, а для меня так. Двоюродная наплевать. И прошу тебя, оставь ради бога. Да пойми, ты дурак человек. Ну зачем тебе эта собака? Ну, подобрал другую собаку. Научил ее стоять дыбки. Вот тебе и снова пес. Ну что, неправда, что ли, говорю, да? А тут, брат, ты будешь сразу цифра. 200, не то 300 целковых в раз. Ну, обыкновенно мне кое-что за труды. Ты подумай, 300-ных. 300-ных. Ведь это сразу можно бакалейную лавку купить. Все. Конечно, все. Ты продавай пса и по рукам, а?
Значит, продать собачку. Обыкновенно продать. Я же тебе сказал, мальчик-то у нас один, вот и озорует. Хочу поню живую, на тебе поню. Хочу лодку, на тебе лодку. Как есть, ни в чем отказу. А луну? То есть в каких смыслах? Ну, луну он с неба еще не просил достать? Ну, тоже скажешь. Ну, как же, мил человек. Лады, что ли, у нас, а? Я тебе постараюсь объяснить. Вот представляешь, скажем, есть у тебя брат или верный друг? Ну, что? Вот с которым ты с самого детства. Друг твой верный, за сколько ты его продашь? Ну, вот приравнял. Да, может... приравнял. Приравнял. И передай своей барыне, что не все продается, что покупается. Но... Оставь нас в покое, слышишь? Дурак. Дурак-то и есть дурак. Ну, ладно. Где ты, Сереженька? Сережа! Я здесь, дядюшка. Правда, хорошее место, да. Дядюшка? Лучшего, пожалуй, для отдыха и не сыщешь. Ну, давайте, друзья, располагаться, распаковываться. А дворник, представляешь, нахал? 300 рублей, говорит, барыня за Артошку предлагает. Наглец. А где собака? Собака? Да уперся он. Я уж и так, и сяк, и цифру называл. Но? Дал донец свое. Не продам, говорит. Иди, говорит, кланяйся. Вы все сведете меня с ума. Господи, за что мне такое наказание? Иди сейчас же назад, слышишь? И без собаки не возвращайся. Ну, 400. Ну, 500, 600 рублей предложи этому идиоту. Без собаки не показывайся мне на глаза. Понял? Понял, как не понять. Боже. Прилягте, успокойтесь. Красота. Мы часто говорим о вкусе. А откуда он, этот вкус, берется в людях? От природы, Сережа. Все от природы, и она наш вкус. Когда-нибудь ты видел безвкусно раскрашенную бабочку, цветок или птицу? Как щедра, как бог... Ты спишь, мальчик мой? Ну, спи, спи. Какими могучими средствами она одаряет все, созданное ею для продолжения жизни. А жизнь есть благо. Артошенька, собачка, иди ко мне. Ну, иди ко мне, песик, иди. На, на тебе, на. Поближе, милый, иди сюда. Да. Давно, небось, мяса-то не ел. Тише, 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 милый, тише, тише. Сережа. Ко мне, ко мне, Артур! Сережа! Артушенька, мальчик, ты что так кричишь? Артуша! Что? Артур! Что, Сережа? Ко мне! Сережа, Сереженька! Ко мне! Ну что ты так кричишь? Что случилось? Собаку мы проспали, вот что! Как? Этого не может быть! Артур! 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 Господи, несчастье-то какое, Серёженька. Артём! Ой, Господи. Ты смотри, что я нашёл. Что? Смотри, колбаса. Подлец, увёл таки собаку, а? Два
беда. Ах ты, ну как Артошка-то с ним пошел, а? А может, он забил его? Да нет, не может, это исключено. Просто молодая собака, да и не ел он давно. Что нам делать-то теперь, а, Сережа? Что делать? Пойдем. Сейчас же пойдем. Куда, Сереженька? К ним. Куда? На дачу. Что ты на меня так смотришь? Где это видно, чтобы чужих собак сваливать? Пойдем прямо к ним и скажем, отдайте сейчас же собаку, а нет, так мировому, вот и все. К мировому, да, конечно, можно. К мировому. Только не выйдет из этого ничего, Сереженька. Почему не выйдет? Закон один для всех же. Ты ведь сам говорил. Сереженька, мальчик мой, закон ты прав, он писан для всех одинаково. Да соблюдается не всеми одинаково. Эх. Ой, да и кто мы с тобой для мирового так, бродяги? Да и нет таких законов о собаках. Что с тобой, дедушка? Дедушка, тебе плохо? Что с тобой? Я сейчас воды принесу. Сейчас принесу, уже несу. Сереженька, не надо. Не надо, Серёга. Ох, как прихватило сердце-то, а. Надо же. Пей, дедушка. Спасибо. Спасибо тебе, родной. Нам бы только с тобой до какой-нибудь гостиницы добраться, там отлежусь. Отыщем, заберем Артошку и уйдем из этих мест. А как заберем? Не знаю еще, но заберем. Ну, что вы стоите над моей душой? Ну? Пожалуйста, впустите, нам всего лишь только на одну ночь. Христом Богом, молю, мальчонка очень утомился. Куда я вас, таких оборванцев, пущу? Пожалуйста, пустите. У дедушки сердце болит. Сердце? Ну, ладно. Полезайте на чердак. Аллах с вами. Спасибо большое. Шляются тут всякие. Сердце, сердце. Спасибо вам. Thank you.
Бедненький мой, сейчас, сейчас я тебя освобожу. Артошенька, Артоша, тихо, разбудишь всех, не уйдем тогда. Ой, Миша Каяный! Артоша! Жить, каторжная! Ну, вон отсюда! Замолчи! Кто здесь? Не бей его! Ха! Кто здесь? Кто здесь? Ха! Кто здесь? Артур! Кто здесь шляется? Воры, грабители, застрелю! Артур! Стой! Стой! Погоди! Куда? Стой! Вперед, Артоша! Ломаю! Разбойник! Отдай собаку! Убью! Поймаю, убью! Караул! Грабят! Застрелю! За мной, Артур! Артоша, Артошенька! Дядюшка! Сережа! Господи, родные вы мои, ты спас Артошку. Дядюшка! Молодец! Мальчик, мальчик ты мой родной. Безобразие! Что такое? Безобразие! Что случилось? Безобразие! Вы просились... Только переночевать, а теперь и собаку еще впустить, да? Ради бога, любезно, извините нас. Спасибо вам за все, мы сейчас уйдем. Убирайтесь, уходите, уходите. Ну что, надо собираться. Господи, это я должен был сделать. Ты вот видишь, жизненный опыт помешал. Мирового не вовремя вспомнил. Дядюшка, ты отчего такой грустный? Мы ведь опять все втроем. Все вместе. Да, мы все вместе, родные вы мои. Это такое счастье. Нет, Сереженька, нет. Ну что ты заладил? Цирк, цирк. Нечего тебе там делать. Что? Ты не хочешь, потому что не веришь, что я смогу, да? А я смогу, смогу! Я на всех твоих инструментах играл. Ты сам хвалил. Ай, Сереженька, Сережа. Если б ты знал, какой это горький хлеб, цирк. Я ж тебя жалею. А что меня жалеет? Уважаемая публика! Нет, знаешь, надо что-нибудь придумать такое итальянское, что-нибудь звучное, там, Винченцо, Леони, Феррари. Я буду Лопатиным. И баста. Ух ты, Арто, смотри, какая сцена. Сейчас мы дядюшке покажем. Залезай. Оп.
Молодец, молодец. Опа, а ну картошка. Али, оп. Али, оп. Али, оп. Опа, опа, опа. Али, оп, али, оп. Молодец, Арто. Молодец. Молодец, мой маленький. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Что это вы делаете? Пальцы считаю. А вы что, не знаете, сколько у вас пальцев? А вы знаете? Знаю. Сколько? 10. Да? Дайте руку. Давайте посчитаем. 10, 9, 8, 7, 6. 6 и 5, сколько? Нет, мой мальчик. Нет, Сереженька. Не надо. Дружочек ты мой родной. Сыграй-ка нам лучше на скрипке. А мы с Артошкой послушаем. Артошка. Дедушка, кто это? Где? Вон. Как нехорошо он на нас смотрит. Может быть, это из-за Артоши? Не знаю. Лопатин, если не ошибаюсь. Лопатин, он и есть. Как я рад, что решился спросить. А то смотрю на вас и гадаю, Лопатин это или не Лопатин. Можно вас? Мальчик превосходно играл. Как тебя зовут? Сережа. Он с вами работает? Да как вам сказать, сейчас мы вместе, да. Вообще-то мечтал для него о карьере скрипача. Да вот обстоятельства. Я ведь ушел из цирка. Как ушли? Не может быть. Вы что, свободны? Ха, как ветер. Голубчик, да ведь и вас сам Бог ко мне послал. Извините, я не представился в запале. Аполлонов Иннокентий Михайлович. Очень приятно. Я, наверное, кажусь вам странным, но я... Присядем. Знаете ли, дело в том, что... Я сейчас до крайности увлечен одним делом. И вы поймете мою экзальтацию, когда узнаете, в чем суть. Видите ли, наконец осуществилась моя давняя, еще юношеская мечта – иметь собственный цирк. Да, я уже купил помещение в Москве и многое сделал. Пойдете ко мне, а? Я? Да. С цирком все. Но вы же большой артист. И Сережа, талант. Ну, не понравится, уйдете. Я же не на каторгу вас приглашаю. Дедушка, а может, согласишься? А нас ведь трое. Арто, иди к нам. А вы Артошу возьмете? Ну, конечно, конечно. Как же без Артоши? Спасибо, Иннокентий Михайлович. Мне это очень лестно, но позвольте мне не давать ответа сейчас. Может быть, можно сообщить вам позже.
Конечно, конечно, голубчик. Вот вам мой московский адрес. Если надумаете, дайте знать. Спасибо. Очень рад. Очень рад встрече. До свидания. До свидания. Приезжайте. Арто. Я очень надеюсь. Дедушка, ну чего ты? Соглашайся. Подожди, Сережа, надо все обдумать. Не гожусь я уже никуда. Да ты что? Дядюшка! Значит, не поедем. Не знаю, не знаю, что тебе сейчас и сказать, Сережа. Музыкальные клоуны на разных инструментах. Семейство Усовых. Четвероногий друг, белый пудель, Арто!